Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». В Брянской епархии молитвенно почтили память преподобного Поликарпа Брянского. Святой считается основателем Спасо-Преображенского Поликарпового монастыря, который находился в районе современной набережной. В этом году вспоминается юбилейная дата – 400 лет со дня представления преподобного Поликарпа. В день памяти святого 8 марта в самом старинном храме Брянска Покрова Пресвятой Богородицы состоялось соборное богослужение. Крестильный храм, расположенный на втором ярусе церкви, освящен в честь молитвенника и небесного покровителя Брянской земли. Поэтому Покровский храм отмечает престольное торжество. По благословению митрополита Брянского и Севского Александра в праздничный день божественную литургию возглавил благочинный Брянского градского церковного округа протоиерей Сергий Рысин. На престольный праздник собрались прихожане Покровского храма и все, кто почитает преподобного Поликарпа. Чтобы молитвенно прославить этого дивного угодника Божия и спросить милости ко всем нам, день памяти святого является престольным торжеством для всего города Брянска. Преподобный Поликарп, как истинный монах, отличался смирением и кротостью. Он много трудился, копал огороды, носил воду, рубил дрова. Одевался просто – сапоги, подрясник и заплатанная ряса. Спал на скамье, носил вериги. Он был настоящий подвижник. Пусть по молитвам преподобного Поликарп, брянского чудотворца нашей брянской земли, угодника Божия, милосердный Господь даст нам всем прежде всего разуму жить по-христиански, мудрости, желание жить по-христиански и дарует нам сил для того, чтобы мы в своей жизни стяжали дары Духа Святого. Настоятель Покровского храма протоиерей Сергий Тимченко с большим почтением относится к памяти брянских святых. Его трудами возрождался этот старинный храм. Всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. В 2002 году на набережной, где находился монастырь, основанный преподобным Поликарпом, устроена была часовня. В день памяти святого здесь совершился молебен с чтением акафиста преподобному Поликарпу. «Радуйся, яко смирению трудом позническим прилепился еси, радуйся, Поликарп, угодничий Божий, дивный чудотворчий». «Радуйся, Поликарп, угодничий Божий, дивный чудотворчий». Многие брянцы особо почитают святого Поликарпа, покровителя города, и приходят помолиться в часовню, освященную в его честь. Все храмы, которые им были построены, и то общежитие монашеское, которое он устроил в городе Брянске, это прежде всего нам как культурный знак, духовный знак. Вот, потому что благодаря ему, сколько вот даже старые смотрим картины, это какая красота была на Руси, в нашем Брянске. Да? И, конечно, очень бы хотелось, чтобы со временем дал Господь, чтобы мы подспудно нашли его мощи, если они где-то тут лежат. Но все зависит от того, как люди города Брянска молиться будут ему, вот, прославлять и почитать. И я думаю, что если воля Божья на это будет, и мы будем его поминать постоянно, прославлять его, то мощи Поликарпа Брянского, возможно, обретем. Письменного жития преподобного Поликарпа не сохранилось, поэтому о нем известны очень скудные сведения. Существует много версий по поводу времени его жизни и кончины.
Впервые этим вопросом занялись в XIX веке русские историки. Исследования были основаны на рукописях XVI-XVII веков, а также святцах и месяцесловах XVII-XVIII столетий. Самая ранняя дата кончины Поликарпа – это 1449 год, а наиболее поздняя – 1699. Вдруг неожиданно в исследованиях 1811-1815 годов истории российской иерархии иеромонаха Амвросия Орнатского появляется дата 1699 год. Вот совершенно неожиданно. А откуда взялась эта дата? Иеромонах Амвросий считал, что он умер в этом году, поскольку привязать он смог эту дату к 1694 году, когда князья Борятинские братья стали строить в Поликарповом монастыре церковь. Но все дело в том, что да, монастырь существовал, и, как оказалось по историческим сведениям, монастырь существовал задолго до того, как князья Борятинские стали вкладывать в него свои средства. Затем появляется новая дата – 1621 год, которая стала общепринятой. Крестным отцом этой даты является брянский историк Тиханов, который выдвинул версию, что преподобный Поликарп скончался в 1621 году. Вот почему у нас 400 лет и привязаны, получается, к этой дате. Откуда он взял эту дату? Он исследовал, казалось бы, должен был какие-то архивы, там вкладные книги, записи монастырей, к которым относился Поликарпов монастырь. Нет, Тиханов ссылается на одну единственную книгу – «Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской империи Строева», которая вышла в конце XIX века, на то, что в Поликарповом монастыре с 20-го года значится игумен Корнилий, а до игумена Корнилия других игуменов не упоминается. Значит, делает Тиханов вывод: если Корнилий с 1621 года, соответственно, перед ним был никто иной, как Поликарп, и Поликарп умер, Корнилий был назначен игуменом. То есть, собственно говоря, вот это единственный довод, который Тиханов выдвинул. Потом он исследовал книгу «Полный месяцеслов» архимандрита Сергия Спасского. Сергий пишет, что преподобный Поликарп представился в 1449 году. И в строчке, где упоминается вот эта дата кончины, стоит еще цифра – 1621. И Тиханов, он почему-то берет сразу две. Середина 15 века и 1621 год, потому что 1621 год прекрасно ложится в его теорию. Но если мы будем разбираться с изданием архимандрита Сергия Спасского, то окажется, что дата 1621, которая упоминается в связи с Поликарпом, это всего лишь ссылка на рукопись из Румянцевского музея. Поэтому вот такая досадная, скажем так, ошибка с точки зрения Тиханова как читателя и исследователя ввела в заблуждение ни одного почитателя преподобного Поликарпа. Также Тиханов предположил, что преподобный Поликарп – это князь Петр Иванович Борятинский, который служил московским государем во второй половине XVI века, а потом принял монашеский постриг. Князь Брятинский являлся потомком святого благоверного князя Михаила Черниговского. Основанием для этого послужили богатые вклады, которые действительно Борятинские делали в Поликарпов монастырь. Против этой версии активно очень выступали профессор Киевской духовной академии Петров и профессор Санкт-Петербургской духовной академии Евсеев. Они считали, что преподобный Поликарп никак не может связан быть с князьями Борятинскими, что жил он более в ранний период. Например, Петров он считал, что вообще Поликарп он выходец из Киево-Печерской лавры. На основе единственной реликвии, которая сохранилась на тот момент, это крест преподобного Поликарпа, потому что он по иконографии имеет явно киевское происхождение, достаточно раннее. Однако версия Тиханова стала наиболее популярной, и на ее основе в конце 90-х годов 20 века было составлено житие о монашестве князя Петра Ивановича Борятинского и акафист. И вот эта версия, она, по сути дела, созданная на небольшом ограниченном количестве источников, которые были опубликованы к концу XIX века, по сути дела, если мы начинаем ее разбирать, она не имеет никаких оснований. Этим вопросом очень внимательно занимался брянский историк
Юрий Соловьев. И он очень убедительно доказал, что ни хронологически, ни географически, ни генеалогически преподобный Поликарп Брянский не имеет никакого отношения к князьям Борятинским, во-первых. Во-вторых, по имеющимся неким косвенным данным, которых мы не можем отрицать, он предположил, что преподобный Поликарп жил в период литовского владычества Брянские, то есть это вторая половина 14 до 1500 года, вот в эти 150 лет где-то преподобный Поликарп в какой-то из этих годов, он здесь жил, он здесь служил, он основал монастырь, и он здесь скончался в Брянске. Кроме этого, он выдвинул очень интересную версию, которую можно считать даже уже не версией, а имеющую вполне... несмотря на косвенность данных, но вполне очень серьезное обоснование, что преподобный Поликарп был выходцем не из Киево-Печерской лавры, а он имел непосредственное отношение к Троице Сергиевой лавры. И, скорее всего, он был птенцом гнезда Сергия Радонежского. И если не непосредственным его учеником, то учеником ученика преподобного Сергия в наставлении к монашеской жизни. О принадлежности святого Поликарпа к монашеству Троицы Сергиевой Лавры косвенно свидетельствует несколько фактов. В XVII веке преподобный был изображен на фреске соборного храма Троицы Сергиева монастыря. Также его изображение находилось над башенными воротами Брянской городской Николаевской церкви. На этой иконе преподобный Поликарп вместе с преподобным Сергием Радонежским припадал к стопам всемилостивого Спаса. Настолько его почитали в городе, что и, видимо, каким-то образом соотносились с Сергием Радонежским, что поместили даже на одной иконе. То есть это очень важный такой момент, который не может возникнуть сам на пустом месте. То есть, видимо, в устных преданиях что-то сохранялись, какие-то сведения начальной истории жития преподобного Поликарпа, они сохранялись. В Спасо-Поликарповом монастыре уже в конце XVI века находилась церковь преподобного Поликарпа. То есть он скончался задолго до того, что в честь почитаемого святого, его, видимо, прославили местно, построили храм и дали ему имя преподобного Поликарпа. Вот этот момент интересен для нас еще с вами с какой стороны? У нас есть еще брянский святой Олег Брянский, который намного раньше жил, нежели Поликарп. Это рубеж 13-го, начало 14 века. Несмотря на то, что он основал Петровский монастырь, как Поликарп Спасо-Преображенский, в городе не было ни одного храма в честь преподобного Олега Брянского. Но при этом в конце XVI века уже в городе существует на территории Преображенского монастыря церковь в честь преподобного Поликарпа Брянского. То есть память и о нем была очень большая, его очень высоко ценили, молитвенно, видимо, обращались и глубоко почитали в городе. Современная набережная в Брянске – это ровное место. А во времена преподобного Поликарпа здесь был холм, на котором он и основал Спасо-Поликарпов монастырь. Есть же в Брянску Спасов монастырь, который построен на горе в великой тесноте. То есть холм был небольшой, площадь маленькая. На этой площади нужно было разместить и церковные строения, и кельи, и, естественно, храмы. В великой тесноте к приходской церкви, чего ради имеют и ныне в той церкви служение белые попы. А монахов в том монастыре ради такой тесноты жительство имеют только 8 человек, 1722 год. Но в 1764 монастырь был упразднен, приходская церковь Преображенская была переименована в Покровскую. В конце XIX века, во второй половине, она была очень ветхая, ее разрушили и разобрали. И на этом месте построили Новопокровский собор, вот который мы знаем на открытках брянских, Новопокровский собор. В 68-м году и колокольню удивительную этого монастыря Шатровую, и сам собор Покровский, их разрушили, взорвали. Мощи святого находились под спудом церкви Преображения Господня, в главном храме Спасо-Поликарпового монастыря. Их дальнейшая судьба неизвестна. Где находились мощи, в конце XIX века уже не знали. Знали, что только под спудом где-то храма, но я так понимаю, что при строительстве их не вскрывали, не искали мощи, то есть вот они были, и там, значит, люди приходили на то место, где предполагаемо в земле находились мощи преподобного
Поликарпа Брянского. Когда собор взорвали, то для того, чтобы просто уничтожить даже саму память об этом месте, холм срыли. И поэтому что произошло с мощами? Скорее всего, конечно, вот вместе с холмом они были просто уничтожены, вместе с этой землей срытой и с остатками строений, которые взорвали. Вещи, которые находились в резнице этого монастыря, в частности, крест, вот тот самый крест Энкалпион, который, как полагали, либо был наперстным крестом Поликарпа, либо он носил на веригах, потому что крест достаточно большой, его передали в Брянский краеведческий музей, но, к сожалению, со многими святынями, но, к сожалению, во время войны, в 23-м году его передали, к сожалению, во время войны, когда Брянск был захвачен, краеведческий музей Брянский был разграблен, и крест преподобного Поликарпа исчез совершенно неизвестно куда. То есть он пропал во время Великой Отечественной войны. Почему преподобный Поликарп пришел именно на Брянскую землю? Брянск был всегда пограничьем. Брянск, несмотря на то, что мы находились в дебрях и во времена Романа Михайловича Брянского, Черниговского, сюда татары не доходили. Но потом татары пришли, потом сюда пришли литовские князья. То есть Брянск все время находился под чьей-то властью. И вера, когда вера ослабевает, для того, чтобы веру поддерживать, необходимо нести свет христианской веры в самые окраинные, отдаленные районы. Вот Брянск – это окраина. Не забывайте, что мы были всегда окраиной российского государства. Мы всегда были граничным форпостом. Поэтому сюда он шел, неся свет вот той монашеской, идеальной, скажем так, монашеской жизни, которую проповедовал Сергий Радонежский. В Брянске не было особого празднования памяти преподобного. Только в 1893 году его установили на собрании брянского духовенства. И спустя 4 года Святейший Синод утвердил эту дату. И вот с этого момента можем начинать отсчет иконографии современной уже, новейшего времени преподобного Поликарпа, которого стали изображать вместе с Олегом Брянским. И даже получили разрешение печатать бумажные и лить металлические иконки. Бумажные печатали в одесской типографии хромолитографии Фисенко. Интересный такой момент существует вот в этих иконах. Прославление шло общероссийское, но Фисенко поступил очень мудро. Он святых брянских, скажем так, соединял с местными святынями. Потому что если мы внимательно посмотрим бумажные иконки с изображением Олег, Поликарп брянский, причем интересный такой момент, они сделаны по образцу преподобного Феодосия Антония на Освенской иконе. Слева в полном монашеском облачении с кокулью, справа не с покрытой головой. И если на Освенской они обращаются в молении к Божьей Матери, то наши брянские святы держат икону Божьей Матери. Так вот, на хромолитографиях Фисенко мы можем видеть, что в руках у брянских святых то Иверская икона, то Казанская икона, то есть они, даже Почаевская. То есть под разные местности они выпускали иконы брянских святых с разными изображениями Божьей Матери в центре. Но вот в одном церковном собрании города Брянска существует потрясающая совершенно, на мой взгляд, икона того времени, 1897 года приблизительно, на которой они изображены, держащий Челнскую икону Божьей Матери. Вообще Челнская крайне редко встречается где-то в каких-то изводах, а здесь брянские святые держат местночтимую брянскую святыню. Интересна иконография образа святого Поликарпа. На всех иконах святой Поликарп изображался одинаково. В монашеской одежде, с непокрытой головой, волосы до плеч седые, образом сед, и борода аки у Сергия Радонежского. Тоже вот такая интересная ссылка, которая еще раз нас отсылает к Сергию Радонежскому. Борода у него была средней длины, и заканчивалась она двумя небольшими отдельными прядками. То есть вот это всегда отличительная такая черта. Могли его изображать в рост, в молитвенном предстоянии, либо по традиции печерских угодников. Правая рука прикладывалась к груди, в левой, в опущенной
как правило, свиток. Изображался, но это традиционная иконография с изображением преподобных. После кончины преподобный Поликарп прославился различными чудесами. Чудеса, скажем так, связанные с преподобным Поликарпом, можно разделить на два вида. Первое, когда человек исцеляется при возложении на него креста с вот этого самого энкалпиона, с мощей преподобного Поликарпа, либо он молится возле раки, хотя рака была условная, там очень красивая рака с балдахином, кажется, 19 века ее сделали, она стояла над местом предполагаемого захоронения мощей. Вот либо там человек молится, и на него возлагают крест, либо крест приносит в дом и возлагают на болящего, он исцеляется, либо он сам являлся. И, например, в конце 19 века еще был жив человек, он был диаконом Преображенской церкви, Преображенской Покровской церкви. И однажды, фамилия его была Соколов, я так понимаю, что человеку, который писал это свидетельство в Орловских епархиальных ведомостях, он сам лично это рассказывал. То есть всю жизнь он хранил память. Так вот, во второй половине 19 века он, видно, был молодой, активный, с активной жизненной позицией. Что-то ему не понравилось, кто-то себя неправильно вел там в храме. Он стал кричать, скандалить, значит, призывать там, что вот все. Вот он, наверное, он один знал, как правильно все делать. И вдруг ему явился некий старец в монашеских одеждах, который сказал: «Что ты кричишь и сердишься на сём святом месте? Смотри, я Поликарп, ты будешь наказан за бесчинство». И вот это явление вот так научило этого диакона, что, я думаю, на всю жизнь поведение свое исправил, поскольку в месте, где похоронен святой Поликарп, Поликарпа он перечить не стал бы. Впервые в Брянске в память о преподобном Поликарпе состоялся концерт. В Центре подготовки церковных специалистов выступили авторы-исполнители, музыканты, казачий хор и ансамбль Брянского духовного центра. На сцене выступили самые юные музыканты. Это сыновья гармониста ансамбля «Бабкины внуки» Дмитрия Панаскина. На концерте пели о России, о православной вере, о том, что волнует и радует русскую душу. Это все мое родное, это где-то в глубине. Выход на сцену – это одно, а когда мы дома живем совсем по-другому и рисуем на себе маску – это совсем другое. Конечно, задача делать такие большие массовые фестивали, чтобы дети это видели, дети участвовали. Детям очень нравится, чтобы поменьше в компьютере сидели и занимались на музыкальных инструментах. Физической подготовкой занимались. В общем, интересно, очень большая программа запланирована, но это не как представление на показ. Мы так живем, мы приглашаем к участию вместе с нами. Вот. Ну, думаем, что будем расти. Самобытная казачья культура представлена во многих народных песнях. Ансамбль «Любавушка» из города Дятьково появился на свет в 2017 году. Мы родились на Покров 14 октября. 3,5 года нам. Но уже начали ходить потихоньку, говорить, что-то петь. Руси надо, оно вот, как говорится, Богом дано, значит дано, как сказал Андрей. Я не пою, но умею говорить. Но что-то получается. Главное, чтобы шло от сердца. Конечно, это очень здорово, что идет возрождение, что есть вот эти шаги. Они робкие, но они есть. И в единении наша сила. Только в единении. А вот приходит время честь и строй держать, стадо русского полка славу умножать. Люба, Люба, братья казаки, матушки России славу умножать.
Брянский автор-исполнитель Андрей Сороковой, вдохновившись подвигом преподобного Поликарпа, посвятил ему песню. История о нашем Поликарпе, она очень тронула, поскольку это является судьбоносным для нашего и города. У него есть предсказание, что город Брянск будет не голоден, не сыт, не беден, не богат, а с тоски и печали разбредется. Но, к сожалению, отчасти, на мой взгляд, это сбылось. И вот эта вся история на меня тронула. И появилась вот такая песня, которую я очень редко исполняю, к сожалению. Она тематическая песня, но сегодня она именно является тематикой нашего концерта. И дождь, и капли, припадают к тебе твои сыновья. Помолись о нас, Отче святый, Поликарпе, да воскреснет твой град и обитель твоя. Помолись о нас, Отче святый, Поликарпе, да воскреснет твой град и отчизна моя. Мы, оказывается, на самом-то деле ведь такие очень даже активные, и всегда была наша действительно Россия, Русь была наша такая, казаки великолепные, действительно защитники такие у нас были на Руси. А вот так вот посмотришь вокруг, действительно, вот все то китайское, то еще чего-то, и нас постоянно пичкают тем, что мы вот чуть ли не третий сорт. А на самом-то деле, посмотрите, какие мы хорошие на самом деле. Это действительно нужно почаще нам напоминать об этом. Память святых в той местности, где мы живем, мы, конечно, должны совершать и особо чтить. Потому как они – это вот такое приношение Богу от земли нашей. И почитая этих святых, мы почитаем Бога. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч! Берегите себя и своих близких. Да хранит вас Господь!